Друзья, всем привет! Это видео для тех, кто проходит обучение по видеокурсу «Крой, пошив и декорирование нарядов для торжеств». Вот хочу показать вам наглядный пример того самого эстетического дефекта. Вот этих вот зубчатых, короче говоря, линий шнуровки, о которых я вам говорила и объясняла, почему нельзя делать на расстоянии 5 сантиметров друг от друга петли, а оптимальным является 2,5 сантиметра расстояние между петлями. Вот, сейчас вы воочию можете посмотреть, исходя из вот этого изображения. Тут четко видны те самые зубцы, которые я описывала. Думаю, так будет на 100% ясно и понятно. А на сегодня все. До встречи в новых видео.